Москва, 17 мая, РИА Новости. Певец Филипп Киркоров временно прервал интервью шведскому телеканалу и нагрубил людям в соседней комнате, пишет газета.ру. Журналист спросил у артиста, что ему так нравится в Евровидении. Киркоров, в свою очередь, попросил подождать его немного и направился в соседнюю комнату, чтобы сделать замечание людям, которые ему мешали. При этом певец употребил непристойную лексику. «Извините, пожалуйста, а что за шум? Можно не шуршать здесь, а? Далеко, отсюда уйти и не делать этого. Вы не понимаете, что это все слышно. Можно? Спасибо», – потребовал он, после чего продолжил интервью. Филипп Киркоров приехал на конкурс Евровидения в составе молдавской делегации с группой «Даридас», композицию для которой певец написал в соавторстве с поэтом Джоном Баллардом. В этом году Евровидение проходило в Лиссабоне. Финал конкурса состоялся в минувшую субботу. Победительницей соревнования стала певица из Израиля Нита с песней «Тай». Скачать видео, скопировать ссылку, получить код «История России» на